Купил и съел. Подозреваемый уничтожил улику в лучших традициях шпионских фильмов. Но это не помогло 27-летнему минчанину уйти от уголовного преследования. Сотрудники наркоконтроля задержали молодого человека во время того, как он доставал из тайника закладку с дозой. Сдаваться юноша не стал и проглотил сверток с наркотиками. В итоге в желудке парня оказался 1 грамм особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Для одного человека это смертельная доза. И кто знает, чем бы закончилась эта история, если бы не оперативность медиков. О здоровом питании и правопослушном поведении Юрий Шевчук. На улице Щедрина 27-летний минчанин оказался не просто так. Молодой человек пришел за наркотиками. Где именно будет его ждать заветная доза, парню сообщил драгдилер. Закладка была сделана в тайнике возле люка, но на этот раз забрать сверток оказалось сложнее, чем обычно. В момент изъятия закладки задержан ранее несудимый 27-летний минчанин. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что молодой человек в настоящее время находится на учете в наркологическом диспансере и систематически употребляет опий, а также особо опасное психотропное вещество альфа-ПВП. В очередной раз наркозависимый планировал утолить свою жажду с помощью 1 грамма особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Этой массы достаточно, чтобы приготовить более 10 доз. Но когда юноша увидел перед собой сотрудников наркоконтроля, понял, что сегодня ни с кем поделиться не получится. Заметив оперативников, молодой человек проглотил наркотики. Но уйти от ответственности это ему так и не помогло. Правда, первым местом, куда он отправился после задержания, стал не опорный пункт милиции, а больница. Доставать наркотики из желудка пациента врачам пришлось с помощью специального медицинского оборудования. Весь процесс занял менее 5 минут. Эта видеозапись сделана как раз-таки во время процедуры. А это тот самый сверток с психотропами, который извлекли медики. В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328. Санкции указанной части статьи предусматривают ответственность в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Сейчас оперативники продолжают устанавливать тех, кто сделал закладку для подозреваемого. В свою очередь, эта информация может стать ниточкой, которая приведет не только к обычному минеру, но и его работодателю. Юрий Шевчук, Максим Кураш, Зона X, Минск.